Съезжай на обочину. Глядите, кто вернулся. Но этот раз я ему спуску не дам.
Возобновляем погоню за недавним нарушителем. На этот раз постараемся как следует. Потом поблагодарите. Погоню. Каким-то чудом нарушителю удалось уйти. Принято. Погоню. Вперед!
какой-то. Я отменяю вызов. Возвращайтесь к патрулированию. Да, моя тачка такое не тянет. Перекинусь завтра парой слов с механиками. Безмозглые кретины. Не отступай, и все усилия окупятся. Добро. Могу продать тебе новые запчасти. Заводишь полезные знакомства. Отличные новости! Мы участвуем в большой командной гонке. Качай тачку, будет жарко! А как же ты? Твоя тачка еще у копов. Фигня! Найду себе новую. До встречи на трассе! Thank you.
Ты здесь? Да. Пришло время испытать эту малышку. Это тачка твоего отца. Лукас не будет против? Но она и моя тоже. Дримкиллеры сегодня поднимут ставки. И мы тоже должны. За этим мы и здесь. Просто помни, покажем результат, тогда Лига даст нам шанс. Я не давлю. Прикрываем друг друга, ясно? Обожаю звук этого движка. Спасибо, папочка. Это просто бомба! В этот раз не поддамся! Не сбежать! Всем скоростным патрулям. Гонка на Эджвуд Вэлли. Направляются на восток к автодрому. Понял. Диспетчер, я в деле. Шоу на связи. Принято, диспетчер. Еду в Эджвуд Вэлли. Диспетчер, принято. Спасибо за компанию. Дальше я сам. Похоже, у нас появились гости. Гонка. Ну все, этот коп все испортил. Поможешь выбраться? Да, мы команда. Как говорится, гонке конец. Валим отсюда. Тормози! Больно не будет, обещаю. Хотите драться? Серьезно? Не знаю, сколько еще выдержит машина. Машина на такое не рассчитана. Этого мало. Вам придется постараться. Моей старушке изрядно досталось. Да я всю ночь так могу. А твоя тачка была ничего, но откуда у тебя это?
только штраф выпишу, и все. Осторожней! Ты начинаешь меня злить! А он не умеет сдаваться! Тут бабло течет ручьем! Хорош уже ломаться! Тормози! Как он от такого отмажется? Спасибо! Всем постам. Офицера Шоу нейтрализовали. Нужна помощь. Ищите желтый Камаро. Так, нам пора. Мне нужно вернуться в гараж. Буду ждать тебя там.
Страсти накаляются. Ночью произошло столкновение между скоростной спецгруппой и нелегальными гонщиками. Жители города наблюдали странную сцену. Сотни долларовых банкнот заполнили ночное небо. Спецгруппе придется ответить на неудобные вопросы. Вчера мы видели явную провокацию, призванную запятнать репутацию моей группы. А значит, они нас боятся. На низких передачах не очень тянет. Но стоит разогнаться. Брат! Машина! Зверь! Ясно, ты зол. Да ну. Мира эста. Ну прости, надо было тебе сказать, но... Да уж, блин, надо было. Ты не имела права, Анна. Никакого. Я пойду. Нет. Ты же в курсе, что он был и моим папой? И машину, если ты забыл, он собрал для гонок. Это гонки, да? Да, были, пока сраный коп не пристал. Будешь нарываться, они от тебя не отстанут. Ты что, решила разрушить свою жизнь? Я пытаюсь что-то сделать со своей жизнью. У меня хорошо получается, между прочим. И это хорошо, да? Как будто на ней ездил кто-то, кто не способен ни водить, ни колледж окончить. Вот как значит. Я не хочу стоять и слушать нытика, который за руль сесть боится. Мы гонщики! Позвони, когда вспомнишь об этом. Значит, вот что чувствовал отец. Помощь нужна? Далее. Будет весьма кстати. Нужны запчасти.